Мадхва-ситхи, или дни, связанные с Господом Кришной. Шрила Бхактисиддханта называют джанани, означает мать, бхакти-джанани. Они являются матерями бхакти. Бхакти рождается правильного соблюдения этих дней, как он говорит дальше в этом бхаджане. И это сегодня кадыши, как раз один из таких мадхва-ситхи. И для преданных, которые получают посвящение, сегодня харинама посвящение, это символично вдвойне, потому что буквально в смысле слова. Этот день Экадаши, сегодняшний день, будет для вас матерью вашей бхакти. Конечно же, бхакти всегда живет в сердце каждого живого существа, не те Кришна, не те Сита Кришна. Прямо сами, как бы Шрила Прабхупада цитировал этот стих, всегда говорил Кришна Бхакти, не те Сита Кришна Бхакти сами Гуруны. Она всегда живет в сердце каждого живого существа, и ее не нужно откуда-то извне привносить. Шраванади Шудда Читта, она Кариуда и сама по себе проявляется в сердце, когда сердце очищается благодаря процессу слушания и воспевания. Шраванади Шудда Читта Кариуда. Господь Кришна в 11-й песне Бхагаватам также говорит, что благодаря этой интенсивной бхакти изначальная природа живого существа, чистого, экстатического, слуги Кришны или служанки Кришны в духовном мире, сама собой проявляется вновь, говорит, в пунах, что означает, что она была раньше и потом скрылась на какое-то время. Она в пунах снова проявляется, так же, как золото снова проявляет свой блеск, когда проходит через процесс очищения металлургическим процессом, металлургическими какими-то определенными приемами. Можно очистить от всех примесей, которые мешают им проявить свой изначальный чистый блеск. Это точно такую же самскару, как об этом говорил позавчера Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж, и проходят все те, кто получает посвящение. Это начало металлургического процесса, суть которого в том, чтобы выплавить из нашего сердца изначальное чистое преданное служение, чтобы оно проявилось в своем изначальном духовном блеске и сиянии. И сегодняшний день особенно символично по этой причине, Экадаши, посвященный интенсивной практике преданного служения, те время бхакти-йогина, когда преданные стараются больше времени посвящать слушанию, воспеванию, чтению, общению, служению. Для вас, те, кто, кому повезло в этот ретрит получить посвящение, как раз Джанмаштама в Экадаши, особенно повезло, особенно памятный день. И я не знаю, как обстоят дела с другими группами, то есть они все слышат о каких-то своих оскорблениях святого имени. Я надеюсь, что все они, уже получившие посвящение вчера, приходят также на сегодняшнее, на завтрашнее, на послезавтрашнее обсуждение, чтобы не было иллюзий, что к ним относятся только те оскорбления, которые прозвучали тогда. Нам повезло, да, у нас вот такие оскорбления. Ко всем относятся все, и поэтому я хотел прочитать список этих оскорблений снова из Бхаджана Рахаси, Шрилы Бхактивиданта Такура. Он подробно останавливается на них, я не буду этого делать, просто прочитаю их название на санскрите и остановлюсь на том оскорблении, которое поручено было разобрать мне сегодня. И затем передам слово Йогаватаре Прабху, у которого целых два оскорбления. Грешникам больше. Итак, Шрила Бхактивиданта Такура. Шрила Прабхупада очень часто ссылается, в том числе на санскрите, в своих комментариях, перечисляя эти оскорбления. Он
цитирует Бхагавадгиту Сварга Канду, в которой все эти оскорбления содержатся и перечисляются. Первое из них. Сатам нинданам нах парамама парадхам витануте ята кьятим ятам катам сахате тадвигархам. Поносить великих святых, которые посвящают себя проповеди святого имени, славы святого имени Господа, является высшим аппаратом, высшим оскорблением, самым худшим из всех оскорблений лотосных стоп святого имени. Человек не должен критиковать того, кто проповедует славу святого имени Господа, Махамантра Хари Кришна. Если человек совершает такое оскорбление, то он оскорбит и Нама Прабу, который не отличен от святого имени, не отличен от Кришны, никогда не простит такого оскорбителя, даже если он подвел себя за великого святого. Вторая намапарада, о которой говорил сейчас, в частности вчера, Шиваси Шри Вишнауря Ихагуна Намади Сакаланди Ябинам Пашит Сакалу Харинама Ахита Караха. Считать святые имена Господа Вишну равными и независимыми. Вернее, считать имена полубогов, таких как Господь Брама и Господь Шива, равными и независимыми от святого имени Господа Вишну. И оскорбление, которое нужно обсудить нам сегодня, Сюндаватара Прабху, звучат в следующем стихе. Гуру Рава Гештути Шастра Нинданам Татхартха Вада Харинам Никалманам. Третье оскорбление лотосных стоп святого имени Господа – это считать духовного учителя материальным, поэтому завидовать его возвышенному положению. Четвертое оскорбление – поносить ведическую литературу, такую как четыре веды и пураны. Пятое оскорбление – считать славу святого имени Господа преувеличением. И шестым оскорблением является считать святое имя Господа или славу святого имени Господа плодом воображения. Седьмое оскорбление – намно балад яся хипапа будих навета тася ямархи шудих. Падма Пурана останавливается более подробно на этом оскорблении, делает акцент на нем, говоря, считая, что поскольку Махамантра Хари Кришна может уничтожить последствия всех грехов, человек может поэтому продолжать грешить и в то же самое время повторять Хари Кришна, чтобы очистить себя от последствий оскорбления, является высшим, самым серьезным и неисправимым оскорблением лотосных стоп Харинамы. Восьмым оскорблением является Дхарма Врата Тьяга Хута Дисарва Шуба Крия Самьяма Пи Прамада. Считать равным с повторением Махамантра Хари Кришна, который ритуалистичный, религиозной деятельности, церемонии, совершать религиозные церемонии, давать обеты, практиковать отречения, проводить жертвоприношения. Все это материалистичные, благоприятные виды деятельности. Но повторение Махамантры Хари Кришны нельзя ни в коем случае считать подобной материалистичной разновидностью материалистичной религии. Это оскорбление лотосных стоп Господа. Девятое оскорбление. Ашада дхане вимуке пьяшринвати яшчопаде шахшива намапарада. Оскорблением является проповедь славы святого имени Господа людям, у которых нет веры в эти темы. Проповедовать святой, славу святого имени Господа неверующим. Таким людям нужно давать возможность услышать воспевание Махамантры Хари Кришна, но вначале им не следует объяснять сокровенную славу святого имени Господа. Просто благодаря постоянному слушанию святых имен сердца их очистятся, и тогда они смогут понять трансцендентную славу святого имени. И последнее оскорбление – Шрутепи нама махатмье ях прити хахито нараха аха мамади парамо намни супья парадакрит. Человек, который даже услышал все описания славы трансцендентного святого имени Господа, но тем не менее продолжает жить в материалистичном укладе или мировоззрении, думая, я это тело, все, что принадлежит этому телу мое, аха мамети, и потому не выказывает никакого почтения и любви. Воспевание святых имен Махамантры Хари Кришна является оскорбителем. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура дополнял, что десятое оскорбление также выражается в том, когда мы думаем, что мы вершим наше преданное служение посредством наших материальных способностей, думая, что оно берется из нашего умения петь, говорить, управлять, готовить, шить, танцевать и так далее. Все это также может быть проявлением или может приводить к оскорблению, десятому оскорблению святого имени Господа. Но сегодня мы должны поговорить о четвертом, пятом и шестом оскорблениях. И четвертое оскорбление – это поносить ведическую литературу Шрути Састра Нинданама и литературу следующей ведической традиции. Читание Чаритамриты, Господчитание говорит: «Майя Мугда Дживира Нахи Сватах Кришна Кьям Дживира Крипая Кала Кришна Мидапуран». Господь Кришна дает
обусловленному душе, которая сама по себе не может возродить в себе сознание Кришны собственными усилиями, по своей беспричинной милости он дает им веды и дополняющие их пуранами. Благодаря слушанию святых славы святого имени Господа, описанного в славе, описанной в Священных Писаниях, у живого существа может появиться вера в этот процесс, особенно если славу святого имени Господа описывают чистые преданные. Шрила Ниранджана Махарадж очень любит вспоминать удивительный стих, который произносит или пишет Кришнадас Кавираджа Госвами, описывая реакцию Господа Чайтаньи Махапрабху на прославление святого имени Господа из уст Рупы Госвами. Рупа Госвами произнес тот знаменитый стих «Лалита Магдави Тунди Танди Вини Ратин Танди Тундавали Лантаи». Я не знаю, как много нектара содержится в этих двух слогах. Кришна. Тунды тандави ниратинви танды тундава лиландая. Когда они, это пара, танцевальная пара, танцуют у меня на языке, во рту тунды. Тандави ни свой танец, тандава нрити, который уничтожает материальное существование, разрушает материальное вселенное для нас. Тунды тандави ниратинви танды тундава лиландая. Я испытываю так много нектара, соприкосновение их трансцендента плотностных стоп с моим языком, что мне хочется иметь миллионы языков, чтобы на каждом из этих миллионов языков танцевала эта божественная чита Радхе Кришна в форме святого имени Господа Кришны. Кришна эти варны двои. Эти два слога, мы знаем слово Кришна, означает то, что уничтожает материальное существование, и на означает блаженство, блаженство трансцендентное, счастье, которое олицетворяется Шримати Радхарани. И когда святое имя входит в мои уши, мне хочется иметь миллион ушей. Карна крода, когда мне не дает, и карнар беды без прям. Чета прангана сангини, когда святое имя Господа в конце концов попадает из ушей и произнесенный языком, или даже точнее говоря, милостиво проявляющийся на языке, когда мы складываем его так, как говорит нам духовный учитель, святое имя Господа решает, соглашается проявиться на таком языке, правильно складывая его. Но в принципе язык, как и все другие части нашего тела и ума, не могут проявить Святое имя Господа никак. Они совсем другой природы, они материя, а Святое имя Господа – чистый дух, и дух из материи не берется. Однако, «Атах Шри Кришна Намади Намбавин Грахим Индрияй Савон Мухехи Джихвада» Савон Мухехи Джихвада своям Эва Спадатина, когда эти же грубые чувства, которые сами по себе не способны, Намбавин Грахим Индрияй схватить Святое имя Господа Кришны, понять его, когда они благорасполагаются к служению Сева Амука, когда они разворачиваются к наставлениям духовного учителя и делают так, как духовный учитель говорит, тогда своям Эва Спуратида, сам, и здесь слово Эва подчеркиваешь, только сам, самостоятельно, более заявление Святого имени Господа проявляет, приводит к тому, что оно проявляется на этих грубых чувствах, которые в принципе не способны его понять. Своям Эва Спуратида. И вот когда это Святое имя проявляется в наших ушах, на языке в ушах и в сознании, чета прангана сангини виджайте сарвендри янам клетхим, все другие чувства и чувства деятельности замирают, не выдержав конкуренции с тем чувством, тем опытом, который приходит к нам из повторения Святых имен Господа. Но джанья джанитара крияндар мута кришны тиварна двоим, говорит Рупа Госвами. Не знаю, сколько нектара содержится в этой паре божественных слогов Кришна. Когда Господь Чайтанья услышал этот стих, и потребовалось некоторые усилия, чтобы побудить, заставить Рупа Госвами произнести, он очень стеснялся и не хотел декламировать этот стих в присутствии Господа Чайтанья Махапрабху, всех его спутников. Тем не менее, он произнес, и Господь Чайтанья, когда он услышал этот стих, когда он продекламировал его так же, Харидас Такур пустился в пляс от экстаза, говорится, в Чайтанье Чаритамрите. Шлока Шуни Харидаса Хайла Уласи. Начатый лагила шлокера артха прошамси. Когда Чайтанья Махапрабху продекламировал этот стих, он продекламировал, что Рупа Госвами не хотел бы декламировать. Харидас Такур от радости опустился в пляс, прославляя то, о чем в нем говорилось. И теперь тот важный стих, который я хотел сегодня прочитать и сделать его основой или завершением, может быть, даже нашего обсуждения. Слава Святого имени Господа и важности воздерживаться от оскорбления, четвертого оскорбления Святого имени Господа. Поносить и критиковать ведическую литературу и литературу следующей ведической традиции. В следующем стихе Кришнадас Кавираджа Госвами пишет: Кришна, Кришна намера махима шастра санду муки джани, намера мадхури айчи каха нахишуни.
О красоте и трансцендентной природе святого имени Господа можно узнать только, слушая богооткровенные писания возложения преданных. Ни из какого другого источника нельзя узнать о сладости святого имени Господа. О красоте и трансцендентной природе святого имени Господа можно узнать только, слушая богооткровенные писания возложения преданных. Ни из какого другого источника нельзя узнать о сладости святого имени Господа. Сейчас мы прочитаем комментарий Шри Прабхупады к этому стиху, он очень короткий. Но прежде я хотел вспомнить о высказывании Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, который перекликается с этим стихом. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура говорил, что Святое Имя Господа не отлично от Кришны, Он Сам является Парама Пурушей, Бхагаваном, Нама Прабху. И так же, как у самого Господа Кришны, у Святого Имени Господа не отлично от Него есть трансцендентные энергии. Намнама Кари Бахудани Джаса Вашакти. Из них есть главная энергия, это Сварупа Шакти, которая проявляет Личность Кришны, проявляет Его облик, проявляет Его обитель, проявляет наши вечные взаимоотношения с Ним. Сварупа Шакти Кришны, без Ее милости, олицетворенной Шримати Радхарани растворяет Сварупа Шакти Кришны, без Ее милости невозможно понять, и тем более невозможно служить Верховному Господу. Попытки служить Кришне, минуя Шримати Радхарани и тех, кто принимает прибежище у нее, Махатманахта Махапартха Майтаи Пракрити Машитаха, принявших прибежище у нее, в ее милости, духовных учителей и великих вайшнавов, пытаться служить Господу Кришне непосредственно является оскорблением. Образ Кришны, представляемый перед нами, предстающий перед нами, без вмешательства Его внутренней энергии, является иллюзией. И мы не сможем никогда понять Его и почувствовать трансцендентную любовь к Нему. Так же, как Шри Джинага с вами говорит, человек, который видит Господа Кришну вот такими материальными глазами, все равно, что не видит. Между двумя этими состояниями никакой разницы. Видите или не видите. И точно так же, как Сварупа Шакти Кришны проявляет Господа Кришну для нас, нашему взору по Его беспричинной милости и по Ее беспричинной милости, точно так же у Святого Имени Господа есть Его Сварупа Шакти, которая проявляет Его нам. Без этой Сварупа Шакти, без Ее вмешательства мы не сможем понять трансцендентную природу Господа в Его образе Святого Имени. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура говорил, что Сварупа Шакти Святого Имени, являющая нам Его во всем Его величии, милосердии и красоте, о чем здесь говорится, о красоте и трансцендентной природе Святого Имени Господа, можно узнать, что только слушая богооткровенное Писание Шрава. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура говорил, что Шрава нам является Сварупа Шакти Святого Имени. Не слушая богооткровенное Писание, невозможно понять трансцендентное имя, невозможно правильно повторять его. Рано или поздно, не слушая о Кришне из благотворенных писаний, человек потеряет желание служить ему, и даже самые экстатические виды служения, такие как киртана, и такие как поклонение божествам, например, потеряет свою привлекательность и станут бременем. Шрила Прабхупада говорил об этом во время установления, на самом деле, во время двух событий. Это во время установления Шри Шри Кришна Баларама во Вриндаване и также во время открытия какого-то фестиваля, связанного с божествами в Майяпуре. И там, в обоих главных центрах в Индии, Прабхупада говорил одно и то же. Вы поклоняетесь божествам с радостью и очень большим энтузиазмом принимаете участие в разных видах служения. Но если вы не будете слушать о Кришне из богооткровенных писаний, очень скоро, говорит Шрила Прабхупада, ваш энтузиазм иссякнет, и вы будете думать, наш Гуру Махарадж такой негодяй, оставил нам этих Кришну Баларама. И теперь они стали от нас, подумайте вы, из Виграхи, Шри Виграха, Радхана Нитянана, Шингара Там Мадира Маджана, из Шри Виграхи, которая может вылить нас из плена материального существования, Виграха, они станут для вас Галаграха. Галаграха означает, Гала это шея, Граха означает камень. Галаграха – камень, висящий на шее. Он оставил нам этих Кришну Баларам, нам приходится им поклоняться, сказал Шрила Прабхупада, предупреждая своих учеников, и видя, видимо, неудуменные взгляды в его глазах, сказал, не думайте, что этого не произойдет. Это обязательно произойдет, если вы не будете слушать о Кришне и читать о нем из богооткровенных писаний. Шрила Прабхупада говорит даже еще более резкие слова, еще более серьезные, суровые предупреждения. Мантилили читание Чаритамы, это Шрила Прабхупада говорит, комментируя стих, один из последних стихов этой главы Шрила Прабхупада. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, обычные люди просто едят злаки и становятся сильными и крепкими. Но если вайшнавы едят просто злаки или
из лаки в Экадыше, панир, и сагжа. Если они просто едят, даже предложенную Кришне пищу, прасад, но при этом не слушают о Кришне, они очень скоро потеряют свою силу и упадут с пути преданного служения. Но стоит хотя бы капли нектара повествований о выборах Господа Кришны, сочетания Махапрабху, проникнуть их уши, как сразу тело и ум таких преданных расцветают и начинают петь и танцевать в экстазе. И Шрила Прабхупада в своем комментарии, очень коротком, но очень проникновенном, пронзительном, я даже сказал, комментарии, говорит о том, что все, поэтому все последователи движения сознания Кришны должны читать все книги, написанные и переведенные, он говорит, на английский язык, мы можем сказать, на русский язык, или на английский, какой язык вам легче, доступнее. Иначе они очень скоро потеряют возможность, они будут просто есть, спать и потеряют возможность достичь совершенства, предослужения, вечной жизни в полном блаженстве и счастье. Должны читать все книги, приведенные на английский или на русский язык. Почему? Потому что, как мы уже сказали, опираясь на этот стих, это цитирую Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Такура, чтение и слушание о Кришне является сварупа шакти нама харинама. Без него, без этого процесса, харинама не проявит свое полное влияние, полное воздействие на нас, не проявит свою полную славу. Сварупа шакти не откроет нам его. И вспоминая эти слова, я также не могу не вспомнить слова Шиварам Махараджа, который 2 года назад на ретрите в Турции читал семинар по 4 основным книгам, оставленным Шрилой Прабхупадой, Бхагавад-гите, Нектару преданности, читание Чаритамриты и Шримад Бхагаватам. Рассказывал об их славе. В конце он подвел итог, сказав удивительную фразу, которую я даже выписал себе. Он сказал, что если вы будете читать эти книги, они, я процитирую его на русском, это будет звучать как на английском, он сказал, they will educate and nurture your chanting, что означает, они просветят и укрепят или будут питать ваше повторение Хари Кришны. Просветят и будут питать. Это означает, что мы поймем, о чем мы, или вернее, ком мы повторяем, и кто звучит в этих слогах Святого Имени Господа. И нам хватит сил или вдохновения, приходящего со всем питанием, для того, чтобы продолжать повторять Святое Имя Господа и даже ждать возможности, когда же наступит новый день, чтобы мы смогли взять четки в руки. Все это приходит по милости Сварупа Шакти и Харинамы, проявляющиеся в богооткровенных писаниях. И Шрила Прабхупада, я хотел прочитать его комментарий, он говорит в этом комментарии к этому стиху о красоте и трансцендентной природе Святого Имени Господа нужно, можно узнать, только слушая богооткровенные писания, возложения преданных. Ни из какого другого источника нельзя узнать о сладости Святого Имени Господа. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Падмапуране сказано «Адакшри Кришне Намади Нам Бхавет Брахьям Индриягии». Невозможно произносить и слушать трансцендентное святое имя Господа материальными органами чувств. Трансцендентный звук святого имени Господа полностью духовен. Поэтому, прежде чем произносить святое имя, следует получить его из духовного источника, то есть от духовного учителя. Разумеется, есть разные виды духовного учителя, есть Варпа Падаршка Гуру, который дали нам святое имя Господа в свое время. Мы начали повторять вдохновленные влиянием того вайшнава или вайшнави в нашей жизни. Но сейчас, когда один раз Шрила Прабхупада объясняет, поскольку вы следуете наставлению духовного учителя, в этом смысле у вас уже есть тот, кто вас инициирует. Но формальная церемония также очень важна, пишет Атамал Кришне Махараджа в 68 году. Она очень важна, потому что в этот момент мы получаем Святое Имя Господа из рук духовного учителя от имени Гуру Парампара. Они дают нам то самое Святое Имя Господа, которая в свое время поразила воображение Махараджи Пратапаруды. Он стоял на крыше дворца и слушал, как преданные Господа читания приходят. Он видел и слышал, как они приходят, входят в окрестности Пури. И услышав, заслышав их киртан издали, с крыши своего дворца, Махараджи Пратапаруда не узнал знакомых ему звуков святого имени. Он спросил даже, кто-то был рядом с ним, Гопинатха Паттанайка, Самбхава Бхаттачарья, кого-то из них, я сейчас не помню, кого из них, он спросил, а что они поют? Прабхупада в комментарии пишет, Махараджа Пратападу было не в диковину слышать Святое Имя Господа, он все время пел, слышал, баджаны, киртаны звучали в его городе, в его царстве постоянно, но когда он услышал Святое Имя, которое звучало, струилось из уст чистых преданных Господа читания Махапрабху, входящих в окрестности Пури, он не смог узнать этих привычных звуков. И в ответ ему Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, это особое према санкиртана, чайтанира шришти. Это творение вайшнавы, например, профессиональные актеры, певцы, поскольку это не принесет нам никакой пользы.
Поэтому движение сознания Кришны, завершая свой комментарий Шрилы Прабхупады, преданные собираются вместе и поют святое имя Господа, чтобы и поющие, и слушающие получили благо. И еще раз, о славе святого имени Господа мы слышим из священных писаний, которые приходят нам из уст великих преданных, таких как Шрила Рупа Госвами и Шрила Прабхупада. И здесь необходимо также сделать очень важное замечание, поставить знак равенства перед, между теми описаниями славы святого имени Господа, которые мы слышим в священных писаниях, Веды, Рамайна, Чайва, Пураны, Бхараты, Татха, Адава, Дархи, Ямадхича, Ахари, Сарватра, Ейте, святое имя Господа. Это единственный объект прославления во всех священных писаниях. В Рамайне, в Пуранах, в Итихасах, в Ведах и Упанишадах везде. Звучит только слава святого имени Господа. Это о чем-то, казалось бы, кутцем понимания священных писаний не является шахтой шабда брамой, духовным звуком, неотделенным, неотличным ответом. Шрила Прабхупада говорил такими словами: «Народ Тамдаси Такури, каждый его баджан — это шастра, каждый его баджан является ведами». Между ними, этими простыми баджан, написанными в Бенгале, и то оскорбление святого имени, которые недаром перечислены в одном стихе Падмапурана, потому что они суть одно. Эти оскорбления, эти четыре оскорбления мешают нам воспринять трансцендентное послание священных писаний, вед, шабда, брама, избавляющих от нас, от иллюзии, от иллюзии материального существования, начинающихся с вставления духовного учителя, для которых говорит нам повторять святые имена и обязательно читать шастры каждый день. Иначе мы обязательно разовьем иллюзорное воображаемое представление святого имени Господа и тем самым лишь усугубим свое оскорбительное отношение к нему. А вот на этой ноте я хотел передать слово Ибн Атарикову. Большое спасибо. Харе Кришна.